Ребята, вы не против? Весенька, все за и против. А зачем тебе все это? Для конкретного ответа. Ты придумал это ловко. Да за маму не обидно. От проблем житья не видно. Да, от нас проблем немало. Непростая должность. Мама, как бы было легче ей без таких, как мы, детей. Фу, какая ерунда. Скучно будет ей тогда. Да и старости компот кто в стакане принесет? Ты представь себе теперь маму вовсе без детей. Дома тихо, чистота, красота и пустота. Дом уютный, но пустой, без детей не живой. Но зато, скажу я прямо, славно отдыхает мама. Не придется ей опять все уроки проверять, за детей решать задачки, сочинения писать, за различные проделки то ругать, то наказать, снова собирать игрушки и укладывать нас спать. И услышу, засыпая, ты красивая такая, честно-честно говорю, мам, я так тебя люблю. Да, звучит красиво, а какая перспектива? Только вырастил детей, выдал замуж поскорей. Отдохнуть теперь хотите? Вот вам внуки, получите. Ну и что? Опять играйся, на бабулю откликайся. Сели, встали, побежали, вновь игрушки все собрали. Тренировка у плиты, воз домашней суеты. Да зачем им жизнь такая? Аэробика сплошная. Торопись, чтоб все успеть, даже некогда стареть. Нет, я все же сомневаюсь. Столько нервов и забот. Я все больше убеждаюсь. Дети – хлопотный народ. Надо долго их растить и воспитывать, учить. По ночам не досыпать, день и ночь переживать. Заболели – полечить, провинились – проучить. И учебе помогать, и кормить, и наряжать. Трудночок, не понимаю. Я же кукол наряжаю. Ну, сравнила, кто дает. Дети – хлопотный народ, но зато для мамы всех важнее. Скажу я прямо. Мама в детях – продолжение, и почет, и уважение, и огромная любовь. И забота вновь и вновь. Так вот, спокойствие, забота в удовольствие. Пока деток воспитаешь, ни на миг не заскучаешь. Да, добился я ответа. Смысл жизни видно в этом. Смысл жизни видно в том, чтоб детишек